Такая у нас рыбка водится. Причем поймали. Поймали ее на удочку сегодня. Как вам пойдет, да? Вот такая. Вот. Вот еще один лещик. Ну, конечно, поменьше. Но все-таки. А это вот такой красавчик. Вот такие рыбки клюют на удочку. Желтый. Давай, иди сюда. Иди сюда. Вот сюда. Ну, поближе ко мне. Подойди сюда. Смотри, какая рыбка. Да, понятно. Я просто хочу сравнить с тобой. Сколько? Чуть-чуть поменьше. Ну что, будем его коптить. Сначала его нужно распотрошить. Выпотрошить, вернее. Скорее всего, с икрой. Вот такой вот. Вон икра. У нас. Снимай сюда поближе, подойди. Смотри, сколько там икры. Нет, прямо туда наклонись за руку. О. Видишь, сейчас снимай. О, тарелочку ее. Это еще не все. Это кишки у нас. Кишки курицам выкинем. О, еще икра. Снимай. Вот так вот получается. Сейчас промоем все и засолим. Завтра будем коптить. Все, можешь выключать. Вот целая тарелка с двух лещей икры. Два леща, полная тарелка. Вот зарядили коптилочку. Лещей положили, вчерашних больших. Так вот огонь горит. Так вот коптилка у нас выглядит. Посмотрим, что получится. Ну, будем открывать. Вот так вот вкусненько все это дело выглядит. Ну что, всем приятного аппетита, да? Такой жирненький лещик. Как же ты его подставишь? Вау!